Место, объединяющее активную молодежь города, которая хочет совершать добрые поступки. Как оказалось, таких мест в Ульяновской области уже 17. Речь идет о волонтерских центрах. 18-й по счету открылся накануне на базе школы номер 47 железнодорожного района. На базе нашего центра ребята могут получать информационную помощь, ребята могут учиться работать в команде. Ребята не только из нашей школы, ребята из всех школ железнодорожного района. Они здесь научатся быть волонтерами, поймут, что такое волонтер, и придут в свои школы, создадут волонтерские группы. Центр, созданный от регионального движения «Здоровое поколение», должен аккумулировать вокруг себя всю неравнодушную молодежь района. Тех, кто желает принести пользу обществу и готов поработать для достижения этой цели. Идея открыть волонтерский центр при школе возникла после участия ребят в первомайских демонстрациях и Дне Победы. У нас очень отзывчивые и хорошие ребята. Они всегда помогают, везде участвуют. Достаточно их только позвать, и они всегда готовы. В ряды волонтеров уже вступили 80 ребят, и это далеко не предел. Активисты помогут организаторам в проведении городских мероприятий и уже планируют реализовать собственные проекты, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.